Вот эти тропинки, это знакомо еще мне с детства. Я их очень люблю. Хочу передать детям свою любовь к тому, к живому, к настоящему. Чую теплыню земли батьковской. Милый край, ты для меня один. Меня зовут Александра Шинкарук. Я хочу вам рассказать об удивительном месте, которое мы очень любим, которое нам очень дорого. Это самое ценное место для нашей семьи. Ведь именно там мы чувствуем себя особенно счастливыми. Мы все делаем вместе, любые трудности переживаем тоже вместе и радость делим на всех. Это место дает возможность ощущать свои корни, чувствовать, что здесь ты можешь найти опору и поддержку. Родители с самого раннего детства учат нас любить природу, понимать, какую она имеет ценность, ведь вокруг нас все так красиво, так совершенно. Покидая дорогое сердце уголок, уже сейчас мы понимаем, что вернемся непременно. Давайте! Мама снежная. Наш тихий край – это деревня Липово. Уютное, спокойное место, которое отличается своей красотой и первозданностью. Оно расположено в невероятно живописном месте. Липово, оно вообще разделяется на хуторки. Есть Ир, Индия и Липово. Будем сегодня готовить пампушки, которые пришли от наших бабушек и дедушек. И хлебушек приготовим с чернушкой вкусный. Очень. Хлеб всему голова. Вот и он, наверное, и силу, и здоровье дает. Вот этот хлеб, это да, он домашний, он очень вкусный. У вишневому саду там соловейко щебетав. Додому я просилася, а він мене всей не пускав. Румяненький, да? Хрустящий. Слышишь, хлебушек? О, какой у нас получился хлеб. Красивый и ароматный. Главное, что сделан своими руками. Да, Сашенька. Мы такие хозяюшки с тобой.